Берем больше максимум здоровья. И надеемся, что нам больше повезет. Ух. Ну, здесь что-то интересное есть. Надо добираться до туда больно. Давайте вам 2 бара. Давайте через магазин туда пойдем. Так, ну как мы дальше пойдем, мы более-менее поняли. Подзарядку, 7 защиты, 1 энергия в следующем ходу. Много, что у нас 7 здоровья. Ну, тянем 7 здоровья. Атаковали, было бы лучше. Это, наверное, нет. Так, 10 урона всем врагам. Замечательно. Еще взять 7 защиты. Вот сейчас, я думаю, стоит. И пойдем дальше. Замечательно. Скачок напряжения. Отнимает 2 фокуса. В самом начале плюс 2 фокуса. Сейчас, возможно, сможем отшечь. Очень неплохо. Начать бой с 2 фокусами. Первые 2 руки. Так, старый безумец. Что с тобой делать? Улучшить карту, наверное. Три фокуса. 10 здоровья, 10 защиты. Бесплатно. Бесплатная энергия, неплохо. Давайте бонус. 145, это очень мало. Сейчас у нас много жизни, пойдем сюда. Итак, 3 фокуса. Это замечательно. Проблемы-то нет. Так.
комнату машинное обучение. Одну дополнительную карту оттянуть. Лучше взять невозмутимость. И погнали к Юнивосу. Что почему? Так это то, что у нас... Так, ну мы еще руку потянем, а там у нас что-то будет хорошее. Угу. Тянем карту. Так, ну вот ход у нас есть. Да, в следующем ходу уже будем атаковать. Хотя, с другой стороны, в следующем ходу у нас не будет уже бонуса. Поэтому атакуем прямо сейчас. Так. Ну, затем 8. На тебя бить. Как угодно. Ну все, смешка, которую мы тебя добиваем. Наверное. Неужели? Так, на 50% меньше урона мне было не самая полезная вещь, но пусть будет. Взрывное зелье пригодится. Прожектор твердого света. Дает 2 заслона за каждые 5 карт так и сброс. Там бы что-нибудь более атакующее. Например, компиляцию. 7 урона. Здесь пока только 2 вида заряженных сфер. Это ледяные электрические. Уже в этом варианте компиляция звучит лучше. Семерона. Так, это что? И сама починка. Так, ты собираешься кого-то призывать? Зачем? Не надо так. Багованное место. Добавит один слот для света, если враг намеревается наложить положительный эффект. Лучше возьмем в яблочко.
Давайте получим новую реликвию. Это возможность улучшать добавляемые навыки. Так, мы можем разыгрывать проклятие. И вот это будет лучший вариант. Можем пойти по двум мини-боссам. Больше атаки. Больше атаки, к сожалению, пока нету. Хотя большего количества сфер я бы не отказался. Шок за ноль. Вы подочиться. Давайте так как мы пойдем до сейчас на мини-боссов. Отдохнем хорошенько. Отлично. Убили. Начали битву и сражаю одну морозную. Отлично. Значит, 60 урона. Замечательно. И рекурсия. Рекурсия просто восхитительна. Так, берем два осколка здесь. Два осколка здесь. Идем дальше. Так, вот пока не выглядит как что-то очень сложное. 7 урона. Надо убивать тебя. Мы все еще не потеряли бонус. Вон, это замечательно. Выглядит, что нам пока атаковать нечем. Можем отлично защититься. Сфера ослабли. Два слота для сфер. Система, чтобы избавляться от проклятий и урона.
Ну, давайте возьмем скан системы. Он же улучшен. Ого. Он тут противный. Ну, к счастью, у нас есть шок. К счастью, у нас есть 7 защиты. Примерно 2 входа. Получаем. Отлично. Голова кожа у меня все сгорела. Давайте. С одной из атак. 2 урона всем врагам. Лучше расправить. Так, что у нас есть в атаку? Можно с яблочком начинать. И сбивать сразу защиту. Но врагов защиты не так уж и много. Этим яблочком. Пойдем дальше. Отлично. Подхил вытащу. Все, подхил есть. Три энергии. И можно почти вечный захват цели взять, но он сжигается. Мне нравится гиперлодж. 2-6 урона всем врагам. Урона. 3 захвата цели. 34 урона всем врагам. Звучит неплохо. Отнимает 3 фокуса. Ну, давай, я получу.
80 урона. Вот у нас вот только не то, что нам надо. Вот, вот теперь осталось всего немножко нанести, на самом деле. Собирается защищаться. Чуть твой ответ. Такой себе. Мега-пушка. 7 уронов, 7 врагам, 4 раза. Плюс последствия. 7 на 4 звучит как огонь, конечно. Но последствия пугают. Кристальная сфера, сфера льда, 8 защиты и 2 отражения. Давайте я сейчас кольный щит. Три новых квеста. И возьмем артефакт. Кинцуджа. Убрать 5 карт. Выбрать 2 проклятия. Нет, не то, что нам надо. Повязка на глаза. Дает энергию, но мы выйдем только следующий доступный этаж.
возможность ковать в лагере. Давайте возьмем себе повязку на глаза. Ковать полезно. Пойдемте в город. Ну да, можно ничего не видеть. Что я вам скажу? Платвода были бы неплохие. Хотя талант у нас два есть. Ну, тянем теплоотвода. Шаровая молния звучит как тема. Семь урона и заряжает сферу молнии. Полинули не настолько полезны. Давайте возьмем шаровую молнию. И пойдем дальше. Змеевка. Змеевка — это здорово. Потому что у нас есть 16 урон. Защита. Ну, тоже 5 защиты. Шесть урона, это можно по 18 урона наносить. Обстрел неплох. Блокирующий захват дает 9 защиты. Накладывает 2 захвата цели. Тоже неплохо. Но обстрел мне нравится чем больше.
Ну, ты снова 14 хочу. Вон тебе. Зелье удвоения и белый шум. Да. Вот и шесть. Случайная реликвия и грузичный линкор. В первом бою после лагеря, когда мы разыгрываем первую карту заход, наберем одну карту. Ну, не самая полезная вещь, конечно. Пусть будет. Ритуальный кинжал. Теряем 3 здоровья в начале своего хода. Когда мы должны умереть в бою, исцеляемся до максимума здоровья и получаем статус пробужденный. Будучи пробужденным, мы отличаем 10% от незаблокированных атак, того урона, который мы наносим. Когда враг на нас вешает дебаф, ну, боевой штандарт. Привет, джедай. Ну хорошо. Штандарт так штандарт. Ты плохого же не посоветуешь. Змея очищения. Финальный удар 10 урона. Наносит 5 урона. За все мои карты стирающий слабый удар. У меня их 4. То есть это плюс 20. 30 урона за 2 звучит неплохо. Перемотка нет. Да пожалуй нет, все. Ай! Я сказал пропустить торговца. Кто так близко кнопки ставит? Ладно. Ну, погнали. Гиперлуч пока оставим. Хоть если мы несем 34. Не, давайте пока отложим. Белый шум. Какие там схемы? Какие именно? Непонятно. Выберите сферу. Когда я заряжаю сферу, вместо нее заряжаю сферу выбранного типа. Звучит неплохо. Все. Особенно учитывая, что это за ноль. Успеем же? Ну, вроде успеем. Погнали.
Так, умереть недолго. Сжигаем карту, накладываем один яд на всех врагов. Неплохо. Использовать тенки. Так, мне нравится часовая бомба. Сила. Ну, давайте удвоение показываем так. Похоже, это штандарт. Отлично. Опять сила. Не так полезно, наверное. Да, штандарт с повязкой вообще вечеринка. Я уже понял. Что магазины мне, похоже, практически не светят. Берем талант. Сжечь все обычные карты, получить по 4 защиты. Миленько. Конечно, пока не хватает. Надо было брать самопочинку. Ну, давай. Еще одна самопочинка. Что, наверное, даже неплохо. Так, 21 здоровье. И мини-босс. Пойдем умрем. Энциклопедия. Действительно умрем. Надеюсь, не прямо сейчас. Так, ну, хорошая новость. Мы можем нанести ему 30 урона. Плохие новости нас не сильно спасают. Плюс можем взять еще кучу карт. Отлично, погнали. Раз. Так, 5. 5 карт. Ну, давай. Тут 4 урона не сильно спасает. 16 защиты уже неплохо.
4-5 клевер. Каждый седьмой бой с обычными врагами дает реликвию. Окей. Так, стрельная молния. Семерона. У нас не были электродинамики пока. Не так полезно. А вот цикл уже веселее. Ей, сундук. Мне, конечно, не надо с ни с кем сражаться. Так, шляпа бесконечной мощи. Просто я должен потерять бурю. Звучит неплохо. Беру. Звучит плохо. Но пути назад нет. Пошли. Так, хорошая новость, у нас есть белый шум. Хорошая новость, у нас есть буфер. Починка нам была бы неплоха. Ну, не защититься. Ну, вот и все. Даже если мы его сейчас стукнем. Если что ему... чуть меньше, чем половина здоровья. А, у меня же буфер. Я пока живу. Вопрос, надолго ли? Во-первых, щита у тебя нет. Так, ну, наверное, возьмем еще энергию в следующем ходе. Продвинем защиту наконец. Погнали. Может быть, мы даже и выживем.
Надо было наоборот играть. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Плохо, 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 плохо. Плохо. Шесть урона. Может быть, 7 защиты. Да, неправильно разыграл. Так, энергию каждый третий ход, это отлично. Кладем еще одну шаровую молнию и 18 здоровья. Пойдем в магазин. Посмотрим, что у нас есть. Один панцирь за каждые две реликвии. Звучит как тема. Берем. Это за 34 улучшенный обстрел. Да. Так, ластик. Перезапустить. Это мне очень интересно. Паркодный автомат, конечно, забавный. На следующий. Ой, к сожалению, чтобы нам не мешало. Либо можно взять сразу поглощение. Это замечательно. Так, что мы хотим? Больше супермолнии. Ну, обычно не улучшено. Можно взять сразу навык на 3 фокуса. У нас есть карты, которые дают нам больше сфер. У нас она всего одна. Это часовая бомба. Дает два слота. Больше ничего нету. Странно, 3 фокуса. Ну давай. Ну и пока все. Давайте улучшим все удары и оборону. Конечно же, берем полотенце. Лучший выбор. Пойти на миника с 18 здоровьями. А, давайте. Ой. Это один из самых неприятных миников, на которого только можно было пойти с 18 здоровья. Ладно. У нас, конечно, есть панцирь. 7. Наверное, что делаем так. Берем
Заполнить счет. Мы покажем еще три фокуса. Ну, давай. Все равно нужно. Так, косим. Вот это все. Плохо. У нас не так много зелий. А вот улучшенный хаос, это отлично. Уровень пустоты. Пойдем лечиться. Вот, срочно надо лечиться. Иначе мы долго не протянем. Половина урона подходит сквозь защиту. Ну, такое себе. Две самые починки. Ну, давайте возьмем. Дальше. Отлично. Неправильно. Стрел. Так. Часовую бомбу. Потянем карты. Ну, это не зря не случайная сфера. Все это урона. Это шутишь.
Если мы даже возьмем 3 фокуса, то все равно будет недостаточно. Блин, это вытащу. Что делать? Еще чуть-чуть. Что, ну вот и все. Так, 50 урона нам не защитить. О, почти. Неплохой забег. Давайте посмотрим за созерцающую. Причем в редкую бесцветную карту, наверное, было 7 урона. Лучше. Чего мне пригодится? Здесь что-то интересное. Куча случайных бесцветных карт. Зажигаем любое количество карт. Берем по одной редкой карте. Либо сжигаем одну карту и заменяем ее случайной бесцветной картой босса, которая стоит на единицу меньше. Потянем трансмутацию. И пойдем по правому пути. Сейчас мы успеем типа убить. Надеемся, что успеем. Так, сокрушить суставом 8 урона и 1 уязвимости, если последняя карта навык. Давай возьмем. Идем дальше. Ну, 8 защиты — это хорошо. Но меня это не спасет. Вот, 3 случайные карты. Нет. 3 яда. 1 случайная бесцветная карта. Ну, точно. Счет.
Хотя нам надо было просто два удара играть. Зря. Есть пинок в догонку. И идем дальше. 9 урона. Два удара. 12. Окей. Погнали. Четыре панциря. Возможность перейти в спокойствие. Почему нет? Так-ка, давайте улучшим карту. Вот одну карту случайно. Плюс 4 урона. Это более дешевая вспышка. Вспышка хорошо. Одна дополнительная карта все же лучше. Так, мы нашли тяжелую куртку. Так, 23 здоровья. Ну, давайте рискнем. И так, интересно, повезет, не повезет. Так, ну что, гарантированно повезло, надо сделать так. Отлично. Можем только одну карту босса играть. Вот из них две. Это, во-первых, случайная бесцветная карта босса в начале хода. Итак, атака от пробужденного. 16 урона всем врагам. В следующий раз, когда каждый враг не атакует, я получаю 1 силы. Либо 16 урона. Урон увеличивает цену 4 за каждый дебаф. Дебафа на нем пока нет. Так, надо положить упор на атаку. Можно взять пинок. Просто потому что бесплатно. Отлично. Пинок хорошим суставом. Вспышка. Пинок. Но пинок тогда не хватит. Панцеры. Опять защита. Еще раз стукнем. Хронобуст. Шикарная вещь. Так, 20 урона мы не переживем. Проживем. Отлично. Ну что? Крохотный сундук. Замечательно. Мец пламя не такой уж полезный.
Конечно, поясом было бы неплохо. Конечно же, отдыхаем. Так, можем выбрать карту, когда мы разыгрываем, она больше не сжигается. Хочу. Тебя хочу. Это просто восхитительно. Так, лампочка. Если у меня есть непотраченная энергия, в конце хода вот еще столько же дополнительных карт. Я сомневаюсь, что у меня будет. Непотраченная энергия. С другой стороны, сапфир точно пока не сильно светит. Атака. С тобой что-то делать? Думаю, взять вспышку. Ну, 14 урона дважды всем врагам. Здорово. Карту склониться. О, какой же ты противный. У тебя еще и регенерация. Ну да что? Ну, так, ладно. Тут один защита. Ну, мой следующий ход. Ну давай. А, мы уже разыграли как-то босс. Все. Точно. Надо убить тебя. 18 урона и замедление на всех врагов. Да. Теперь. Вспышку у тебя. И должно убить почти всех. Готово. В каждом ходу первая базовая карта разыгрывается дважды. Окей. Взрывное зелье и новая карта. Плеснуть пальцем. Так, надо вспышку делать дешевле. А то как там вообще? Не. Thank you.
20% временного здоровья. 6 урона всем противникам. Единичка силы. Неплохо. Давайте пока возьмем 20 временного здоровья. Можем, конечно, радик стукнуть. Ну, давай. Корона просто-то мне нравится. Так, ну, возьмем по мановению руки. Так, 14 урона. Шесть урона случайно было 6 раз. Отлично. Истерика. Истерика неплохо. Сейчас начать. Ну, давай попробуем. Так, ну, плохие новости. Хорошо, у нас есть истерика, которая насчет ему 18 урона. Есть слабость. Так, а сколько у нас есть? 16, 32. 32 плюс 18. Возможно. Так, что лучше? 18 урона тебя не убьет. 16 плюс 18. Как раз. Thank you.
Так, мы теряем 5 урона всем врагам, потому что бесплатно. Так, это поток. Какую карту мы хотим себе оставлять? Может, истерику? Конечно же, отдыхаем. Погнали к этим боссам. Успокоимся. Зря, конечно. Он еще дрится будет. 2 слизи на 64, такое себе. Не подумал. Защита. 4 случайные атаки. Нет. Посмотрим защиту. Нет бесплатных атак. Есть. Оставим на истерику. Как-то все пошло немножко не так. Ну, мы выживаем. Это удивительно.
счет. Давайте альфа. Меньше информации на карте. Давайте просто возьмем энергию в бою. С боссами и мини-боссами. Принеси что интересное. Есть магазин. Магазин можно пойти так. Пойти через миника. Вот так. Пять слабостей, пять уязвимостей на всех. 25 урона. Уже веселее. Немножко неправильно разговор, но все равно только отсюда. Потом атаку. Вот так-то можем. Там было лучше. Зачем ему нужно пустое тело? Наверное, пока стоим. Че? Что? Че он? Отлично. Если разыграем еще 3 навыка, вносим 10 урона всем врагам. Плюс единичка силы. Если мы, конечно, можем разыграть. Толку-то. Еще два навыка.
работаю. Урона. Можем, конечно, перейти в истерику. Но хватит ли нам урона? Ну, сотни силы. Ну, что это, 7. Ну, 14. И еще 14. 28. Плюс здесь у нас 12. 12 плюс 28. 40. У него останется 6. Такое. Хотя удар разыгрывается дважды. Поэтому должно хватить. Да. Так. Нет. Болевые точки. А, то же все равно нужно проезжать по 14. Да, бессмысленно. Двигатель ряда. Трансферно всем врагам спустя 3 хода. Получить 2 артефакта. Что-то еще. Пусть коллекционеру. Ну, вот я им коллекционер. Можем перейти во вспышку. Так, ну, карта босса мы уже играли в этом ходу. Давайте просто возьмем 14 пунктов. Я ж посчитал в прошлый раз. Ну да, иногда забываешь про артефакты. Бывает такое. Так. Слабость на всех ходу. Так, 21 на 10. Можем выйти из стойки и получить еще 2 энергии. Во-первых, раз. Увеличить защиту. Пушку пробить. Thank you.
Еще склониться. Так, наверное, почитаем книжку. Что бы нам икон? Итак, когда мы наносим урон, который не блокируется, мы заодно наносим тяжелые раны. Окей. Ух ты ж. Приятно. Носить пустое тело за ноль, которое даст нам 10 защиты. У нас есть вспышка. 9 урона. Вот 18. Это будет недостаточно. Вот там все равно будет недостаточно, конечно. Пойдемте еще на главный босс. Ух.
Так, давайте возьмем себе талант сразу. Облик белого, конечно же. У нас есть истерика и вспышка. Болевые точки отложим. Наверное, там завершим. Закрывать атаку. Не страшно. Мороженое с морской солью. Сохранить копию одного из моих реликтов и получить тот рель, который я не сохранил. Так. Мне нравится корона простоты. Вернули себе ностальгию. Остальные мы вернули себе возможность отличивать 6 здоровья. В конце было замечательно. Посмотрим, что нас ждет дальше. Сундук, враг. Его непонятно. Давай справимся. Надо ли нам ковать? Так,
реликвия. Можем держать на руке на две карты больше. Не так уж полезно. Пойдем сапфировый ключ. Уровень божественный сразу. Ну почему нет? Так, 4 урона, 1 уязвимость на всех, это отлично. Поклонение, в принципе, неплохо, но пока нет. Ну, горе нам совсем не нужно. Защитный режим мы не перейдем. Перейдем в Баскет Гром. И железный молот. В течение первого хода все вытянутые карты будут улучшены. Неплохо. Чудо, потому что я его не вытягивал. Так, но мы тут довольно сильно огребаем. Что можно делать? 9, 18. 8 секунд будет недостаточно. Пустил истерику. Потом осветить. Ну, потом. Обнарёк. 5 урона случай на врагу 5 раз. Звучит неплохо. Особенно если мы будем в истерике. 7 урона. Уязвимости. Давайте вернём обнарёк. В магазин. Что есть реверанс. Разыграть атаку без затрат энергии. Чуть как тема. Можно объединить две карты. И другие карты, которые было бы неплохо объединить. Вот, интересно, если объединить трансмутацию, либо брать. Как изменится их стоимость?
Я получу в два раза меньше улучшенных карт и в два раза меньше карт Чудо Плюс. Я за ту же самую энергию сразу получу и кучу улучшенных чудес и кучу улучшенных бесцветных карт. Звучит интересно. Так, ну либо можем увидеть сразу карту осветить и склониться. Сразу. Угу. Точно, там мутация есть бутылка. Тогда понятно. Тогда мы не сможем действительно взять, вобрать трансмутацию. Хотя ради интереса можем попробовать здесь поискать какую-нибудь карту с Эксом. Реверанс звучит неплохо, даже ради возможности разыгрывать бесплатно карты вроде Рагнарёка. Микс и три маны. Слушай, звучит неплохо. То есть нанести 5 урона случайно врагу 5 раз и заодно и получить чудо. Уже давай попробуем. Мне стало интересно, как оно будет работать. Так, плюс. Хочу ли я взять себе реверанс? Атаку. Один раз вход. Сейчас будет мощные атаки, там можно оставить. Просто потому, что иногда как раз не хватает. Стойки. Группа, наверное, нет. Это атака. То есть технически мы можем сделать. О, нет, энергия все же потратилась. Окей. Я думал, что нет, не потратится. Надо сперва на тебя уязвимость наложить. Чего уж. Больше уязвимости. Так, ну все, конец здоровья, в принципе, довольно много. Вот сюда. Изменить одну из карт, получить зелье. Либо улучшить карту. Зелье тут здесь на один ход. А мне интересно, а можно?
Ну, можно. В итоге мы только Рагнарёк улучшаем. Шесть урона, шесть раз. Давай. Ух ты! Привет, капитан Айп. Мне вот наложить отрицательные эффекты и атаковать. Ух ты ж, приветики. Это что-то необычное. Так. Может быть, у тебя. Так, ну. Как минимум, мы можем перейти в гнев. Потом я не знаю, сможем мы или нет. Но кого это волнует? Я боюсь, у тебя большая рыба. Так, везет себя. Три улучшенные карты. И четыре. Ну, один, четыре. Две карты. 30 урона. 38. 34. Все еще жив. Да. Ну, как минимум, рыбка больше не мне. Что такое? А. Ничего, чего рыба его воскрешает. Понятненько. Более того, у него сейчас неосязаемость. Защиту в этом ходу, видимо, не получаю. 24 урона тебе можно нести. Так, отлично. Живем. Так, у тебя спала неуязвимость. Не хватит. Так, ну все, мы его добиваем. Есть.
Так, ну это было весело. Блять, обнарек. Пойдем спать. Ну, давай возьмем рынок. У нас есть пистолет. Будем пользоваться пистолетом. Так, повязка на глаза. Часы. Жесть. Дает энергия. Если будет длиться больше 3 минут, я умираю. Так, ну давайте оденемся в сумочку. Нет, чем больше реликвий, тем больше у меня артефактов. Итак, плюс 1 энергия в начале каждого хода. Человек каждого хода, случайная карта в моей руке убирается. И я не могу играть другие карты, пока эта карта у меня в руке. Меня заставляет играть гарантированно одну из карт. Давайте уберем все зелья. Споры. Ну, чем я заменяю 2 карты? Ну, с другой стороны, почему нет? Ну и давайте возьмем еще 3 реликвии. Почему нет? О, нет, проклятие колокола. Окей. Если у меня есть блок, получаю 1 силу. А блок у меня будет, так как у меня есть уже 9 панциря. Можно заметить улучшить 3 карты. Давайте возьмем тебя. Так, зад наберем лук шалот. 3 ловкости и 3 металлизации. Добавлю. Не так уж полезно. Первая потеря здоровья в каждом бою. Замечательно. Давайте пойдем куда-нибудь в случайное место. Это будет весело. Попробуем получить особую реликвию. Если 22 не так уж и много, мы можем пойти по миникам. 10 3 знака вопроса и еще 1 миник. Попробуем так. Если, конечно, эти мини-боссы нас не убьют. Что хочу показать? Ну, допустим, тебя. Ну, тебя. Оба ярости. Да. Спушка.
Готово. Вот на пушке 8 урона. Если на пушке наложена уязвимость, мы получаем одну энергию и берем карту. Угу. Давайте возьмем на пушке. Так, а тут уже вопрос, как лучше. Идти сюда на два знака вопроса. Минибуса. Или пойти здесь. Нет, мне тут больше нравится. Так. Давайте покажем. Стерну всем врагам. Ну, давайте попробуем. Он бы успел улучшить. Что будет 22? Кушать устала. И пойдем дальше. Это в тот шпиле. Не противно же это. Уж меня здесь все устраивает. Может, ничего не хочу. Не позволить. Слушай. Ровно 20 защиты. Так, ну случайно атака наше татарское пламя. По 8. 6, нет, не стоит. Уже сыграли боссовскую карту. Да нет, пока. Так,
Оборону мы оставим. Кушать, наверное, заменим. Мгновение руки и ростным поясом против гнев. Так, мы можем сделать вспышку. Вспышку, потом наложить уязвимость. Рагнарёк. Вспышку. Уязвимость. Мы не можем получать зелье. Так. Укладывать слабость. Очень талант. Вот через 5 ходов. Так, ну, вдогонку удар надо оставить. Кстати, в принципе, неплохо, но это не атака. Это не атака. Но. Улучшенное пустое тело обменяли просто на пустое тело. Тут два удара. Возьмем тебя. И тебя. Ну, и громушцы. Красная пена. Чуть неплохо. Две ноги. Тебя, тебя держим. Не тебя, тебя. Окей.
Ну, стирку мы явно оставим. Готово. Новая карта. Осветить. Идем дальше. Потерять 18 здоровья, получить черную карту. Да. Экзекуция за счет неплохо. Финальный удар, наверное, лучше. Хотя, возьмем века распорядка. Привет. Ну, мне побольше. Может, я 20 урона примет. Лучше гнев перейти, а не уязвимость. Трансмутацию. Замечательно. Готово. Так, у нас теперь есть две маски. Повышает максимальный уровень на 5. Подарение двух карт за одно посещение магазина. За ноль. Замечательно.
Беру. Отдыхать пока не надо, давайте ковать. 20 арт. Давайте лучше бронерыку. Да, лучше на рынок, там много лучше. Не медис. Все равно. Дрону бы оставить. Ну, так. Заменять, урона, слабость, уязвимость. Либо взять копейщика. 9 урона. Панзу еще потренирует блок и ШП. Ну, это не рано еще. Нет, не хочу. Давай. Бесцветная карта. Там урон пока мало. 18 урона, 18 урона. Это 42 урона. Можно возьмать. Ну-ка. У нас 18 щита будет. Готово? Нет, 4 урона. Мы пока не хотим.
Камни у нас есть. С истерики. И подъем новой пушки. Замечательно. Замороженный атакационный камень. В конце хода получу я 2 блока за каждого врага, который собирается атаковать. Так, если несколько врагов всех я атаковать, то я получу еще размытие. Окей. Вместе ровно за каждого врага в бою. Неплохо. Давай. Больше карт. Уже стоит вспышку улучшить. Убедительность, наверное, нет. Альфа тоже нет. Давайте возьмем вспышку. И продолжим. Вот такая полезная вещь. Торговец здоровья. Так вот, мы можем отличиться. Можем что-нибудь купить. Много всего. Отличиться, сходить к минику и снова отличиться. Мне кажется, это будет неплохо. Так, мы можем примерно 20-30% вернуть. Окей, что у нас есть? Так, ну, как минимум мы можем получить много денег. Деньги нам сейчас не нужны. Временная ловкость, когда разыгрываю атаку. Не так, чтобы полезно. Вот нам совсем бесполезно, потому что дерево мы не можем иметь. Возможность тянуть карты — это неплохо. 5 выбранных карт — это замечательно. Из плохих карт у нас даже особо ничего нет, кроме колокола. Повышает, конечно, великий сундук боссов. Бесполезно. Тоже бесполезно. Ну, такое. Одна из 3 черных карт. За 19 мая. Тоже не хочу. Что у нас наиболее интересных — это Уэрлири. Давайте возьмем. Здесь здоровье. Улучшенная злоба. И каждая злоба сжигается. То есть под всегда только 2 злобы в колоде. В принципе, неплохо. Давай. Абсолютная власть.
Так, мне нравятся пески времени, которые становятся дешевле. Так, мне нравится 10 защиты и выйти из стойки. Мышцами, хоть и не улучшенная. Можем, конечно, восполнить все два здоровья. Ну, может, еще не больше, чем два. Ну, давай оставим. И пойдем сюда. Мешочек с шуриками. Отлично. Теперь главное не умереть. Мы забираем две карты, подобрали статус. Что значит? Вот я почти не подсказываю. Теперь главное не умереть. Было стерно. Так, светить мы оставим. Оборону он тоже оставим. Да, почему нет? По сути, не так полезно. Плюс 4, 12. Вот тебе все. Здесь навык за мной. Хм. Все есть лишнее время. Давайте его разыграем. Уже будет Лейла. Блять, исход судьбы на Чуйка.
Все вот это вот. Отлично. Так, ну, спокойствие мы себе оставим. 17 уровня надо будет. Там удовлетворенность будет хорошо, но нет. До конца моего входа, когда разыгрывается навык. Нужен еще один. Минус. Удар. Вроде толчок корпуса. Ноги на дыхание. Пятьдесят четыре. Я думаю, нам пока хватит, наверное. Можем взять по 4. Ух ты ж, а что ты такое большое? И почему у тебя столько сфер? Так. Так. Готовы к действию. Навык. Уязвимость у тебя есть. Здесь просто 6 урона, 2 урона здоровья. Сжигаем карту, сбросим. И тебе вытаскиваем твою карту. Снимок, это особо нету.
Так. Да, нам нужна. Так, ну, время дыхания мы явно возьмем. Мутация нам нужна. Слабость. Берем карту. Берем защиту. Мы уже смотрим защиту еще. Давайте на тебя. Чего не лучше, но, конечно. Пошел.
нет, все это неплохо. Друзья, Москва. Может быть, весело. Отлично. Итак, 5 энергии. Погнали. Здесь было все слишком просто. Нам не надо, давайте ковать. Что мы можем улучшить? Всем урона. Всем. Нет, это плохо. Лучше вознесение. Чтобы подхил небольшой. Можно. Ну да, попробуем. Так, 702 монеты. Погнали. О, плюс 3 силы. Я думал, этого стоит. 6 защиты при перетасовке довольно редко. Каждый из него с обычными врагами дает реликвию. Бесполезно. Потом берем тебя. Плюс 3 силы. Это замечательно. Так.
Тут же как-то особо даже нет. Разорвать на куски. 24 урона. Если минимум 30 не заблокированного урона, отсюда возврат от двух, мы получаем две карты. Ну, давай возьмем. Харизма. Возьмем. Частную карту разыграем. Просто 6 защиты, чтобы было. Сработает это довольно редко, учитывая, что у нас 47 карт. Ну, можно взять тягу силы, подвать нам заодно и силу, и тянуть нам карту. Ну, связать душу, может быть, нас это спасет. Может, нет. Не, все. Погнали. Что хочу? Я вот иду. Давай еще так, это его такое. Ну, хорошо. Ну, собираюсь тебя атаковать, знаешь ли. Семь урона на 6. Ну, это случайно вроде. Давай. Не совсем то, что надо. Ладно. Все. Мы защитились. Так, две карты, которые хотим. Внешний день оставим. Боевые точки удар, наверное, преобразуем. Вот так получим полную силу. Получаем силу повезимости. Так, 40. Надо с тобой что-то делать. Так, 13 урона всем врагам. 3 урона одной уязвимости. Такое себе. 7 урона еще не надо. Тоже такое себе. Так, осталось 40. Сможем ли мы? К ним нашу слабость. 5 карт сверху, столько договора. Тут что если злоба придется либо осветить. Ну, шанс есть. Почему бы не попробовать? Ну да. Потому что бесишь. Хотим? Может быть, сэкономить последнюю зерку. Вспышка. 320 дрэви. Отлично.
нехило. Лучше взять увесистый клинок. Учитывая, насколько хорошо мы силы набираем. Нитка с иголкой. Что-то в этом нитка с иголкой. 4 панциря еще. Замечательно. Ну и все. К сердцу нас уже не пустят, видимо. Хорошо, мы слишком перекачаны. Вот это бесит. Стараешься такой. Идешь и всех побеждаешь. А потом тебе говорят, а не. Сердцем ты сражаться не будешь, ибо недостоин. Вот как пойти сражаться с сердцем? В общем, в любом случае, спасибо за просмотр и всего хорошего.